Рыба, погибшая в водах реки Жайык, не попадет на рынки Казахстана. В этом заверил советник министра сельского хозяйства Сакен Калкаманов. По его словам, на данный момент компетентные органы проводят расследование и необходимые экспертизы. Напомню, в середине декабря на каналах «Зарослый» и «Перетаска» на территории Атырау произошел замор рыбы. Для выяснения ситуации была создана межведомственная комиссия при Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Ущерб оценивается приблизительно в 5 миллионов тенге. В республиканской ветеринарной лаборатории проводится исследование, от чего погибла эта рыба. Эта рыба собрана и будет утилизирована после того, как будет заключение ветеринарное. На рынке эта рыба не попадет, это точно.